Я зашел к нему еще раз. Раза 3-4 еще ударил его кулаком, хорошо ударил. Потом молотком я ему ударил по раза 3-4 по ногам. И все, вышел на кухню, попросил Пашу, чтобы он вызвал скорую. В Магаданской области мужчину убили молотком. 2 января 2021 года в поселке Амсукчан 36-летний гражданин, находясь в алкогольном опьянении, из-за личной неприязни к жителю поселка жестоко избил мужчину ногами и строительным молотком. От полученных телесных повреждений 43-летний житель Амсукчана скончался в районной больнице. По данному делу Хасынским межрайонным следственным комитетом Следственного управления России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по первой части статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». По версии следствия, 2 января текущего года, в вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения и испытывая чувство личной неприязни к жителю поселка, обвиняемый решил совершить его убийство. Для этой цели он взял молоток, который намеревался использовать в качестве оружия, а также достоверно узнал адрес потерпевшего. Прибыв в квартиру жилого дома по улице Ленина в поселке Амсукчан, реализуя свой преступный умысел, он нанес потерпевшему многочисленные удары руками и ногами, а также имеющимся при нем молотком по голове и различным частям тела мужчины. От полученных телесных повреждений 43-летний потерпевший спустя несколько часов скончался в Амсукчанской районной больнице. Сотрудники следственного управления осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли орудие преступления. Обвиняемого задержали, произвели с ним необходимые допросы и заключили под стражу. На данный момент специалисты проводят экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.